Набережная реки Нежеголь в микрорайоне Машзавод Шебекино продолжает преображаться. За этот год некогда безлюдный пустырь расцвел. Теперь еще одна местная достопримечательность – современная спортивная площадка. Место идеально подойдет для тренировок любого уровня, индивидуально или в команде. Рядом школа, да и в целом в микрорайоне много детей. А значит, пустовать площадка точно не будет. Для поддержания своего тела в тонусе есть зона воркаут и для занятий на уличных тренажерах на свежем воздухе. Сама площадка огорожена, что не будет позволять мячу вылетать за ее пределы. Заниматься здесь можно всеми видами спорта. Волейболом, баскетболом и, конечно же, традиционно футболом. Кто знает, может быть, с этих самых ворот начнет свой профессиональный путь будущий Сергей Рыжиков. Эта площадка появилась в Шебекине благодаря фонду поколения депутата Госдумы Андрея Скотча. И для фонда она стала уже 61-й в регионе. За этими цифрами стоят свыше 15 тысяч квадратных метров безопасного покрытия, более 1000 спортивных снарядов и, главное, множество улыбок и детей, и взрослых. Запрос от жителей есть всегда. Мы видим, что население очень активно в этом плане работает. Здесь проживает порядка 11 тысяч населения. Это один из таких крупных микрорайонов. Мы хотим, чтобы население более активно занималось и находилось на открытом воздухе. Программа фонда поколения по строительству спортивных объектов не заканчивается. Предстоит еще много работы, но уже в следующем году. Ну а здесь, в преддверии самого сказочного праздника, возле спортплощадки планируют установить еще и елку. Михаил Перетокин и Павел Емелин. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.